Это уже второй концерт в этом году, который сотрудники школы искусств приготовили специально для лагерей. Первый прошел на ура, ребята были в восторге. Опыт решили повторить. Для воспитанников детских садов артисты школы искусств демонстрировали игру на скрипке, баяне, фортепиано. Чтецы Ольги Бардаковой повеселили зал шутливыми стихами, а солисты школы исполняли забавные детские песни. Как известно, дети – это аудитория, которая требует к себе повышенного внимания, но организаторы справились на ура. Концертную программу построили таким образом – зрительный зал и артисты взаимодействовали друг с другом. Привлечь внимание малышей можно, а вот удержать его под силу не каждому. Артисты школы искусств зарядили позитивной энергией весь зрительный зал. Ребята хлопали, подпевали и даже плясали. Приобщение к прекрасному, к искусству, музыке – это одна из главных задач педагогов. И на вопрос, кто хотел бы освоить игру на скрипке, каждый второй поднял руку. Значит, работа с малышами идет в нужном направлении.